В государственную собственность вернутся объекты, которые были приватизированы необоснованно. Этим займется специальная комиссия по демонополизации экономики. Сегодня ее создали при правительстве. Такое поручение ранее дал президент Касым-Жомарт Токаев. Комиссия будет рассматривать вопросы передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов в сферах телекоммуникации, железнодорожной инфраструктуры, медиа-активов и других отраслях. В состав рабочей группы вошли первые руководители агентств по противодействию коррупции, финансовому мониторингу, защите и развитию конкуренции, члены правительства, представители Генпрокуратуры и акционерного общества «Самрук-Казына», говорится в сообщении. Сегодня состоялось первое заседание комиссии, по итогам которого Алихан Смаилов поручил Министерству финансов совместно с уполномоченными государственными органами и «Самрук-Казына» в недельный срок внести в правительство предложение по механизмам передачи в государственную собственность необоснованно приватизированных объектов. Три человека. Почти. Выплаты.